Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Какая шикарная женщина. Здравствуйте. Добрый вечер, дорогие друзья. Да, все мы знаем, что семья – это самое важное в нашей жизни, и я бы очень хотела пожелать всем семьям, без исключения, это гармонии и мира. Тем более, что мир в наше время очень стал непростым, очень зыбким, и одно неправильное слово может разрушить этот мир, как в стране, так и в семье. А если в семье мир, значит, в стране тоже будет все хорошо. Спасибо огромное. Всех с праздником. Всем семьям большой-большой любви. Спасибо большое, Наташа. Спасибо вам. Спасибо большое, что вы с нами. Мета, диплом и подарки. Конечно же. Все теперь это ваше. Спасибо вам большое.